Всем привет! Находимся в столице фонтанов. И сегодня мы с одноклубниками «Сестра из Кран» приехали в Петергоф, чтобы пробежать пробег в честь памяти Ораниенбаумского плацдарма. Сегодня бежим 10 километров. О, встретил банду. Сегодня побегу. Сколько бежите? Пятерку. Слушай, я на следующей неделе... Вы уже получили? Да. Вон, красиво, футболки. Да. Все, отлично. Тогда мы с вами увидимся чуть позже. Давай, достань. Все, пойдем регистрироваться. Девушка? Мы же побегаем вечером по клубу. Сколько сегодня? Сегодня пятерочка. А чего так? Сейчас пятерочка, а потом еще двадцаточка. Все здесь. Все, вообще очень приятно всех видеть. Круто, все, регистрируемся. Вот, в принципе, стартовый номер получен. Стоим вот за футболками. Опять все знакомые. Привет. Привет, отлично. Сколько сегодня? 50. Ну, а ты тоже 50? Тоже хорошо, молодцы. Сейчас мы получим футболочку. Вон, ребятки, Саня с Сикерковосом. Самые бегуны. Саня, как у тебя настроение? Всем привет. Вот это вот такие вот мощные парни. По 10 забегов в день делают. Все, а мы получаем нашу футболочку. Так, а можно будет ее померить? Сегодня мы пробежим пробег в память Ораниенбаумского плацдарма. Сегодня моя дистанция 10 километров. Отработаем не спеша. Погода отличная. Несмотря на погоду в том году, по-моему, 12 апреля, был забег, было холодно, был мороз, был снег. Все как положено. Но в этом году все гораздо лучше. Сейчас идет подготовка к старту. Установили финишный стартовый створ. Проходят какие-то конкурсы. Ну и в общем, мы уже готовимся стартовать. Маленькая разминочка перед стартом. Александр решил размять меня и себя. Погода сказочная. Дует такой легкий прохладный ветерок. Светит, солнышко греет. В общем, будет тепло и не будет ни капли пота. Вот такая вот ерунда. Где мы находимся? Что это? Университет? Так что находимся вблизи учебного заведения, вокруг которого мы уже набегаем 10 километров. Пробежали с Александром, уже вот зацепил Серегу. Сейчас мы уже бежим в сторону старта. Все уже стоят в створе, уже готовятся стартануть. Сегодня много участников, все знакомые. После чего уже все разъезжаются, кто Псков, кто куда.
много всего предстоит на этих выходных. Так что всем легких ног и нам. Так что все, бежим к старту. О, наши ребята везде. Люблю тепло. О, Димон здесь. 100 лет тебя не видел. Здорово. Тепло, приятно тебя увидеть. 10 раз жарко будет всем. Ну что, какие у тебя планы на сегодняшний забег? 4 минуты километра. А, ты хочешь так, да, сегодня? Да, как и ты. Ну, я спокойно. Батл. Потому что надо на Первомайске 63. Здорово. Нормально, все отлично. Ну, а у тебя какие временные? Ну, я вас точно сегодня дёрну. Вот сегодня, да, в прошлый раз я что-то слабину, а вот сегодня вас точно дёрну. Да, сегодня обязательно должен отработать за все то, что... Ты пятёрку? Нет, я десятку. Ах ты, я десятку тоже. А, ну, а что ты говоришь? Вы же опять валите вперед и загоняю вас. Давайте, лёгких ног. Увидимся на дистанции. Давай. Да. Сколько? Десяточков. Через все бегут практически десяточки. Да. Сегодня еще народ песков валит. Да? Все куда-то, да, собираются. Ну вот, мы уже стоим в центре, так сказать, старта. Все уже в предвкушении этого крутого забега. Кто бежит десяточку, кто бежит пятерочку. Все сегодня прибегут на отлично и получат очень огромное позитивное настроение, эмоции и впечатления. Всем привет, передайте. Привет. Привет, Сера. Ну, настрой, смотрю, боевой. Ну. Круто. Молодцов. Не очень. 12-го, да. Ну, идет маленькая задержка в старте. Далее заключающего на 1944 метра, 45. Заключающий прибежал, уже буквально все начинают. Дорогие участники, давайте поддержим последнего участника. А, нет, последний участник еще добегает. Сейчас мы посмотрим. Заключающие на 1945 метров, и уже буквально сейчас выстраиваемся в стартовый створ. Ну все, увидимся уже с вами на старте. Слушаю каждое утро. Чип на ноге. Перед вами. Вот ехать велосипедист. Убедительная просьба его не обгонять, а то он обидится. Вопросы есть? Нет. Всем удачи. По команде на старт подходим. В черной полосе по выстрелу убегаем. Ага. Все, стартуем, все. Побежали. Всем легких ног. Сегодня много народу, все отдыхают. Первый круг пройден, все отлично, потихонечку осталось доработать 3 круга по 2,5 и будет нам счастье, есть маленький отрыв, начинается дождик. Второй круг пройден, остается всего лишь 2, ну как, Евгений, дела? Чего? Нормально? Давай, терпи. Сестра из крана,
сегодня в теме. Вот Дмитрия встретили по пути. Он уже отбегал свое. Сейчас уже на отдыхе. А мы продолжаем бежать. Остается каких-то 5 километров. Отработаем спокойно и получим новости. Вот на дистанции встречаем наших людей. Молодцы. Как оно? В общем, вышли на последний круг, держимся водрячком, все супер, сегодня отдыхаем, как обычно, без результатов. До финиша остается буквально 100 метров, держимся водрячком, в принципе, нам уже делать нечего, мы уже, можно сказать, на финиш, все, увидимся на финише. Есть, финиш достигнут. Поздравляем. Спасибо. Не забудьте снять эту фотографию. Да. Вот такая вот отличная, красивая медаль у нас сегодня. Очень классный забег. Ребятам спасибо. Товарищу скажу тоже спасибо. Отличный темп. Хорошо шел. Фух. Ну вот, достигли финиша, это было круто, погода нас не подвела, вот такая вот красивая сегодня у нас медаль в нашей медальной копилке, медали уже 1000, скоро будем их раздавать как подарки. Вот, ребята, скандинавская ходьба тоже в теме, все получают сегодня нереально большое удовольствие, и сейчас мы идем встречать финишеров. Здравствуйте. Привет. О, бегут бойцы. Ребята, молодцом. Hey, baby, will you take a chance? Давай, держимся. Shining clear, advancing.
все бегут в позитивном настроении, остается совсем чуть-чуть всем бежать. Пробег памяти героев Ренинбаумского плацдарма. Ребята вот добегают, чуть-чуть остается, уже последние метры, все ускоряются. Все, идем смотреть, идем на солнышко погреться, в теньке холодновато. Women cold beer, kick up my heels for a little while, and do it country style, in my dirty old hat, with my crooked little grin, granny beaded neck. Волонтеры лучше. In a muddy pair of jeans, with that Copenhagen ring, no need to change a thing. Дергуня! Давай-давай! Ты все, последний? Догоняем Сергея. Уже последний круг заканчивает. Сейчас не побежит, достижешь. Даже не догнать. Не догнать за никого. Давай, Серега. Нажми немножечко. Петровец кран заканчивает свою дистанцию. И уже финиширует. Все, молодцом. Есть, Сергей финишировал. Идем его встречать. Давай, давай. Красавчик. Чемпион. Наши люди всегда на позитиве. Это не может не радовать. Ладно, все, идем встречать своих ребят. Ну вот и Сергей. Ну что, отошел? Да, я не напрягался. Не напрягался. Правильно. Да. Наши люди не напрягаются. Ну как оно на дистанции было? Все нормально. Все в порядке, да? Все в порядке. Отлично. Даже чуть побудь, покажи, покажи свою медаль за первое место. О, о, вообще сегодня кайф. Ладно, Сергей, я тебя поздравляю. Все, идем дальше. Ну что, как дела? Самолет. Самолет. Под речком? А то я смотрю, бежит, вообще даже не напрягает. Походу, скоро личники попрут на обыкновение. По-любому. Что, да будем прибавлять, прибавлять каждый раз. Кашу пробуем? Еще нет. Все, идем, идем тогда за кашей. Идем. Охота жрать. Заря. Специальной акции, ну что, как 180 отлично, рублей. Отлично, но завтра еще десяточка, послезавтра еще десяточка. Пожалуйста, а подходите, подключайте. А 6-го у нас маленький триатлончик в Сухуми. Праздники майские нужно отпраздновать. Красивенько. Отлично, давай, я тебя похвалю. Легких тебе ног, легких тебе рук. Да и вообще, всего хорошего тебе на забеге. Спасибо лучшему оператору, который всегда с нами. Спасибо. Так, ну рассказывай, как оно было? Все было здорово. Наверное, скажем так, километраж чуть неудачный, потому что мы пробежали больше 10 километров. Выдали просто бешеный результат. Поели немножко каши, не сравнится с дорогой жизни, но тем не менее было очень вкусно. На финише меня ждала Светлана, довольно красная, улыбка до ушей, полные щеки, каши, каши, говорит, каши, здесь вот для каши. Небольшие медальки такие, ну нормально, футболки, вообще нормально все. Все, я поздравляю. Завтра ГТО, ГТО не забывай. Все переоделись. Сегодня у нас был пробег памяти героев Ренинбаумского плацдарма. Супер красивая медаль. Все было здорово. Ждем следующий год, чтобы поучаствовать снова в этом отличном
пробеге. Так, вот и Анютик. Ну чего, какие у тебя эмоции после отлично, забега? Отлично, не замерзла? Спасибо. Ладно, я тебя поздравляю. Молодцом, до новых встреч. До новых встреч. Ну вот, вроде отстрелялись и уже собираемся домой. Славик сегодня молодец, в возрастной категории первое место. Ну и завтра, конечно же, старт будет еще в Московском районе, а у меня в Токсово. Все, всем привет, не забывайте подписываться на мой канал. Всем бег! Ждем вас! She never got that, she never got that, she never got that.